2000 эксклюзивных костюмов, роскошные декорации, холеные животные и действия, продуманные до каждой мелочи. Все это представят артисты Росгосцирка на премьере нового шоу Геи Радзе «Королевский цирк». Некоторые подробности этого масштабного представления артисты рассказали и даже показали тверским журналистам. С 13 марта Гия Эрадзе представит свое грандиозное шоу «Королевский цирк», которое Тверь еще не видела. Зрителей ждут сложнейшие трюки, экзотические животные, невероятные образы артистов, авторская музыка и роскошные декорации, а также потрясающие костюмы. У нас очень большая программа в двух отделениях, большое количество артистов балета, и каждый артист балета на протяжении всего спектакля, шоу идет 3 часа с антрактом, меняет почти 8-10 смен костюмов. С особым волнением ждет своего выступления Диана Кисаева, ведь она уроженка Твери. Земляков воздушная гимнастка порадует трюками без страховки и под самым куполом цирка. Посередине моей трюковой части под куполом цирка и балетной зарисовкой девушек нашего прекрасного балета. Премьера шоу «Королевский цирк» назначена на ближайшую субботу, и билеты уже проданы. Поэтому не упустите возможность увидеть феерию воочию. В Твери только до 25 апреля.